Итак, друзья, всем привет! Сегодня посмотрим, как зимуют мои пчелосемьи на начало марта на воле и в зимовнике. Прежде чем я буду рассказывать и показывать, сделаю такое сообщение. Мало ли что произойдет сейчас в дальнейшем с Ютубом, возможно, его закроют, то, друзья, там внизу будет ссылка на Яндекс.Дзен. На моем канале Яндекс.Дзен там все выложены мои видео с двух моих YouTube каналов. Все есть и про матководство. Все полностью. Заходите по ссылке, подписывайтесь. В дальнейшем я тоже там буду выкладывать свои видеоролики. Все, что будет происходить в дальнейшем на моей пасеке. Ну а сейчас о зимовке на воле. Здесь вот два уля ППУ. В правом уле семья уже немного облетывалась. Было когда потепление. И больше ни пчелки у меня тут фактически не вылазили. Они сидят спокойно, зимуют. Немножко сейчас посмотрим сверху. В общем, вот так вот находится клуб. Вот пчела. Левый улей я открывать не буду. Там такая же ситуация. Клуб находится по центру всего гнезда. Здесь буквально пару дней назад я приподнимал вот этот вот корпус кормовой, где находится пчела зимующая. Здесь у меня магазин. В этом магазине рамок нет, он пустой. В общем, я улей приподнимал. На сетке есть какой-то подмор. И посмотрел, как там обстоят дела. В общем, пчелы зимуют. Подмора не так много. Поднимал вот этот корпус. Здесь подмора уже побольше. Но семья продолжает, естественно, зимовать дальше. В общем, зимовка в рутах. Вот этот слева улей рут. Здесь я давал пчелам вторую кормовую рамку. Здесь, в общем, нехватка кормов была. В общем, это произошло еще с осени. Пчелосемья не дополучила полностью кормовых запасов. В этом, также в этом, пчела зимует неплохо. В этом улье пчела у меня тоже облетывалась. И сейчас больше потепления особо не было. Пчелы сидят, продолжают зимовать. В общем, здесь утепление и подушку я плотно закрыл. Пчела вот таким образом находится сейчас в клубе. Клуб растянулся до задней стенки. В общем, корма есть. Все, ну, зимовка продолжается. Все закрываю. В общем, тачок вот так вот выглядит. Он у меня подчищенный. В ближайшее время будем думать о выставке наших пчелосемей. Так, еще показываю. Вот ульи, вот здесь вот рута стоят. Два улья. Еще есть ульи рута, находящиеся у меня вот там в углу. Они тоже фактически в снегу, под снегом еще. Ну, в общем, жду потепления и буду откапывать. Ну, здесь то же самое. Улей в снегу. Придет потепление. Буду откапывать. Сейчас как бы на неделе у нас прогнозы обещают еще холоднее будет. Ну, а сейчас, в общем, ночью было минус 13. Днем сейчас минус 2. Но обещает еще морозы. В общем, тачок у меня готов, где я раскидывал вот землю на снег. Буквально на глазах это все тает, когда солнышко выходит. В общем, сейчас идемте в зимовники и посмотрим, как сейчас там находятся мои пчелосемьи. В зимовнике тишина, спокойно. На ночь были приоткрытые двери. В зимовнике сейчас
фактически 0 градусов. 32 градуса это в клубе пчелосемьи и 61% влажности. Так, вот датчик сюда уходит. Здесь 31 градус в клубе. Вон там мы можем наблюдать пчелу. Пчела ужалась, так как здесь я сбил температуру. Видите, пчела сейчас спокойная. В улочках не возбуждается. Ночные минуса дают свое. Пчела сильно ужалась. Еще одна пчелосемья в клубе 34,9. Пчела ужалась. Зимовка продолжается. Здесь вот внизу у меня термометр минус 1 показывает. В общем, кормовые запасы вроде как наблюдается. Ну что ж, вот пчела находится. Ужалась. Вот тут немножко стала возбуждаться. Эта семья у меня сильная, но ужалась. Она вообще доходила до задней стенки. Ну, в общем, такая вот ситуация у нас в этом маленьком зимовнике. Давайте в другие сходим еще. Очередной зимовник. Ну, в общем, плюс 1 градус, влажность 60 показывает. Ну, здесь вот как бы наверху пчелась у меня. Да, здесь возбуждается она. В общем, тревожить не буду. Еще одну посмотрим. Здесь вот так же сразу приоткрыл немножко. И вот она, пчела. Ну то, что вот таким образом я сбиваю температуру в наших ульях, здесь, в зимовнике, то пчела уже как бы успокоилась. Если ее не тревожить, конечно. Нормально, зимует. Поменьше вот этих вот движений, открываний ульев, и пчела сидит. Сидит, зимует. Ну, идемте в следующий зимовник. Ну что ж, очередной зимовник. Пчелы здесь 4 яруса. Вот так вот находятся. Минус где-то 2 градуса. Влажность где-то около 50. Ну, вот там видим пчелу в улье через лоток. Ну что ж. Пчелы сидят, зимуют, кормовый запас есть. Все хорошо, все нормально. Ну, в общем, все. Я тревожить больше пчелосемьи свои не буду в зимовниках. Повторяю еще раз. Там внизу будет ссылка. Переходите на Яндекс.Дзен. Это в случае того, что если YouTube закроют. На Яндекс.Дзен я выложил все свои видео с двух пчеловодных каналов. Все там найдете. Как вывести маток по матководству, кочевка. Все там найдете, все там есть. И туда же буду также выкладывать свои видео, последние, снятые у себя на пасеке. Всем, друзья, пока. А главное, мира и добра.